рады всех видеть. Давайте приступим. Коллеги, спасибо за вопросы, но время нашей встречи подошло к концу. Такие игры пропускать нельзя. Сегодня будет интересно. Сегодня мы смотрим классный футбол. Матч скоро начнется. Никуда не уходите. Кто кого? Все ответы вы получите на EA TV. Отличная погода у нас, отличный стадион, все условия для того, чтобы и матч получился на таком же уровне. Меня зовут Георгий Черданцев, со мной, как и всегда, мой коллега Константин Генич. Всем привет! Смотрим мы сегодня в прямой трансляции игру чемпионата. Похоже, матч у нас сегодня будет отменным. Очень хорошую игру предстоит нам увидеть, Георгий. Команды действительно играют сегодня очень интересно. Посмотрим на состав хозяев. Гости в следующем составе сегодня играют. Тащит вперед мяч. И теряют они мяч, к сожалению. Хотят трибуны удар. Великолепно защитник в ситуации разобрался и хорошо отобрал мяч. Неточный пас и, как следствие, перехват. Будут вбрасывать мяч из-за боковой они. Гости отлично умеют играть у своих ворот, но сегодня они меньше всех пропустили в лиге. Атаку хозяев в этом матче ждет непростое испытание. К ним в гости приехала лучшая оборона лиги. Мяч потерян. Какая техника, как он обращается с мячом, вы только посмотрите. Вот он гол, не стали откладывать и открыли счет уже в начале встречи. Классная контратака предшествовала голу, давайте еще раз посмотрим. Не скажу, что это сверхъестественный гол, все сделано как по учебнику, точный удар буквально в упор. Но именно это и называют классикой атаки. Один-ноль в нашей игре. Кристи. Не дал сопернику довести атаку до завершения. Хорошая
Хорошая атака может тут получиться. Гол! Теперь они повели в два мяча. Это солидное преимущество. И повтор гола. Смотрите, насколько сильный был удар. Никак не ожидал вратарь такого исполнения. Хорошее настроение у тренера. У его команды сегодня все получается. 2-0 счет теперь. Кто знает, может быть, еще голы мы увидим. Соперника нет на фланге, можно идти вперед. Решил сместиться в центр. И пробил. Этот гол означает, что осталось забить всего один, чтобы спасти эту игру. Времени остается немного, но они постараются. Смотрим еще раз. Забитый мяч. Удар получился очень мощным и точным. Шансов у вратаря тут не было. Игра возобновляется. Счет уже 2-1. Молодец, арбитр увидел тут преимущество и не стал игру останавливать. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Теперь очередь соперника атаковать. Атака набирает обороты, они ищут возможность забить. Неплохо они с мячом играли, но сейчас доигрались и потеряли его. Попадает под прессинг. Здорово держит мяч и продвигается вперед. Вот он, ключевой момент атаки, и на этом она закончена. Кристи. И мяч перехвачен. Уже скоро перерыв, и перед ним видно, какие проблемы у гостей. Пока что они проигрывают с минимальной разницей в счете. Обе команды показывают хорошую игру. Я бы не сказал, что разница между ними качественно заметна. Да, счет пока что в пользу одной из них, но всего на один мяч. Скажем откровенно, по такой игре это не самое крепкое преимущество, и оно может измениться еще до свистка на перерыв. Можно забивать! Извини, что прерываю. Есть гол, и теперь сопернику придется совсем тяжело. Он отстает на два мяча. Обманул он соперника, убрал мяч назад немного и отдал пас. И прекрасный завершающий удар со средней дистанции. Мастерски сыграно. Тренер счастлив. Его план на игру работает. Команда выигрывает крупно. Тем временем у нас 3-1. Добавлена 1 минута компенсированного времени. И первый тайм закончен, гости уступают в счете. Очень неожиданный первый тайм получился. Лучшая оборона лиги провалила первую половину, и соперник уходит на перерыв с весьма комфортным преимуществом в счете.
Начинает второй тайм команда. Здорово он в отборе действует. Из-за боковой будет сбрасывать. Чисто отбирает мяч. Очень уверен, он идет вперед с мячом. Бей! Отыгрываться нужно! Вратарь на высоте отлично сыграл. Готов тренер замену сделать. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Он бьет головой и... вратарь забирает этот мяч. Очень хороший получился удар, но голкипер свою команду выручает. Очень плохо сыграл вратарь. Надо было отобрать мяч, пока атака не стала совсем опасной, и им это удалось. А вот это может быть опасно. Ставит корпус, укрывает мяч. Кристи. Это контратака, может получиться опасно. Мяч все ближе подбирается к воротам соперника. Он спас команду. Тридцать минут играть осталось. Атака не получилась, это потеря. Мяч переходит к сопернику. Сергей Милинкович Савич. И навес чуть назад. Отличное спасение. Вратарь молодец. Пришло время замены. Тренер решил внести свои коррективы в игру. В центр штрафной мяч направлен. Это было опасно, но игрок встал на пути мяча. Брозович. Каков, а? В очередной раз спасает он свою команду. Где мяч? Не прошел к воротам. У них может получиться неплохая контратака. Ну, кто знает, чем бы закончилась эта контратака, если бы соперник не перехватил мяч вовремя. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Чистый отбор. Они уверенно продвигаются вперед. Атака должна получиться опасной. И бьет он. Возможно, он спас свою команду от гола. И есть поддержка у этой атаки. Во вне игры оказывается атакующий игрок. Не дал сопернику довести атаку до завершения. Сергей Милинкович Савич. Сергей Милинкович Савич. В очень подходящее время прерывается эта атака. Кристи. Здорово сейчас может контратака пройти.
Вот так пока делался устным предупреждением. Да, теперь можно прослыть хорошим и воспитанным футболистом. Самый простой и надежный способ в такой ситуации просто-напросто выбить мяч и все. Отличный проход. Милинкович Савич. Все-таки смогли они мяч перехватить. Совсем близко до ворот было. Не торопится арбитр со свистком, дает играть команду. Он бросился под мяч. Удар заблокирован. Отлично сыграно. И в центр штрафной подача. Он блокирует опаснейший удар. Вот так надо играть в отборе. Последний свисток в этом матче прозвучал, не смогли гости сегодня даже ничью зацепить. Думаю, много слов тут говорить не нужно. Они профессионалы и должны понимать, что сегодня их переиграли. Два гола разницы – это не самое большее, чем мог завершиться матч. Нужно играть лучше, если они хотят конкурировать с сильными командами. Что ж, для начала спасибо, что уделяете нам время. Это очень здорово. Спасибо большое. Такие игры пропускать нельзя. Сегодня будет интересно. Сегодня мы смотрим классный футбол. Матч скоро начнется. Никуда не уходите.
Всем привет! Отличный вечер сегодня, и футбол сделает его только лучше. Футбол сегодня с вами смотрят Георгий Черданцев и Константин Генич. Игру чемпионата мы сегодня смотрим в прямой трансляции. Классная игра будет сегодня, Константин. Очень ждем начала игры. На бумаге расклады перед этой игрой были фантастическими. Посмотрим, как это будет на поле. Момент для удара. Уверенно сыграл вратарь. Нельзя терять мяч в такой ситуации. Теперь их за это наверняка накажут. Можно играть. Вратарь не забирает мяч. С очень неудобной позиции решил он пробить в этом моменте. Да, и мяч идет мимо ворот. Ничего опасного в этом эпизоде не было. Хозяева поля сегодня в следующем составе. И пробил! Вратарь на месте, удар не опасным получился. Стартовый состав Петролула. От хозяев мы сегодня вправе ждать результативной игры. На данный момент они лучшая команда лиги по забитым мячам. У хозяев полный порядок с нападением. Они очень много забивают и на сегодня являются самой результативной командой лиги. Мяч вперед идет к чужим воротам. И на этом атака завершается. Классно идет вперед. Игра не остановлена, мяч только отбит. Надо попробовать что-то другое. Пол команды обыграл, ничего себе! От штанги мяч отскакивает, забивай! Закончен момент, не получилось создать что-то опасное. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Здорово мяч у них ходит, и соперник никак не может его отобрать. Вот он шанс. Счет матча открыт. Ну что сказать, мы этот гол ждали. Да, команда полностью контролировала ход встречи, и нет ничего удивительного, что именно они пробили оборону соперника. Все к этому шло. Повторяет нам гол. Отлично он обыграл защитника. Из близкого расстояния без труда он отправляет мяч в ворота. Один ноль в нашей игре. Есть куда на фланге пройти. Навешивает в штрафную. Есть там кому сыграть. Немного навесу не хватило. Мяч летел недостаточно высоко. И первый на нем оказался голкипер. Ох, как опасно было. Отличный удар получился. Они продолжают идти вперед. Нужно внимательно играть с мячом. Вот момент. Есть гол. И теперь они на два мяча впереди. Вот повтор. Насколько все-таки важно для игрока оказаться в нужный момент, в нужном месте. Отличный гол.
По мячам теперь одна команда ведет. Солидное преимущество. Забивать нужно! Гол! Их преимущество становится еще больше. Теперь сопернику придется совсем тяжело. Повторяют нам гол. С очень близкого расстояния бил игрок. И тут оставалось только не промахнуться мимо ворот. Вратари-защитники выступили здесь в роли статистов. Невероятное начало матча. Еще и 45 минут не прошло, а игра уже превратилась в пустую формальность. Классный первый тайм в исполнении хозяев поля. Отличная игра. Потрясающий первый тайм в их исполнении. Они переигрывают соперника на каждом участке поля и не дают ничего сделать у своих ворот. Настрой на начало встречи был максимальным. Посмотрим, изменится ли что-то после перерыва. С такой игрой у них есть все шансы поставить рекорд по результативности. Можно бить! И мяч в воротах. Разница плюс 4 в их пользу. Соперники обескуражены. Повторяет нам забитый мяч. Не повезло, конечно, голкиперу в этом моменте. От штанги мяч отправляется в сетку ворот. Четыре безответных мяча забито в этом матче. Без проблем он защитника проходит. Мяч из-за боковой будет введен в игру. Свежий игрок войдет в игру у нас. Спасибо защите. Этот удар точно не получился. Добавлено всего одна минута. Сергей Милинкович Савич. Удар. И арбитр отправляет команды на перерыв. После первого тайма хозяева впереди. В очередной раз они доказали, как нужно играть в атаке. Отличные действия впереди уже в первом тайме практически сняли вопрос о победителе в этом матче. Если соперник не придумает ничего сверхъестественного, то лучшая атака лиги вновь сделает результат для своей команды. Мы продолжаем. Впереди второй тайм. Пас перехвачен. Теперь надо бежать в оборону. Удар! Ждем угловой. И прямо в центр штрафной мяч летит. Вратарь отбивает удар. Не дает пробить. После игры вратарь наверняка его поблагодарит. И, наверное, обнимет и даже расцелует. Я думаю, прессинга мы от них не увидим. Будут они ждать, пока мяч к ним сам придет. Надо пробить! Игра не остановлена, мяч только отбит. Что была атака, что не было. Здорово играет в отборе. И уходит он от опеки. И это должен быть гол! Ну как же так? Вышел один на один и не смог попасть в створ. Жахнул, что есть силы. Вот только точности этому удару не хватило. Честно говоря, смотря на статистику, особо не понимаю, как соперник сможет отыграться по такой игре. Счет не в их пользу, это понятно, но и по остальным цифрам не видно предпосылок для того, чтобы они совершили камбэк. Останавливаться на этом команда не собирается и снова атакует.
Нельзя терять мяч на своей половине поля. Получите теперь опасную атаку. Пас на партнера. Надо пробить. Вратарь выручает свою команду в этом эпизоде. Судья позволяет продолжить атаку. Еще много времени до конца матча, 30 минут. Атака прервалась на подступах к штрафной. Соперник будет с мячом, не получилось его сохранить. Сергей! И берет удар на себя. Замену будет, пора новые силы вводить на поле. Идет в штрафную мяч. Для вратаря такие удары разминка. И с мячом он идет вперед. И что-то может тут получиться. Удар головой, и вратарь играет здорово. Здесь сколько угодно можно подбирать эпитеты к игре вратаря, но он сыграл действительно превосходно. Прямо над перекладиной мяч проходит. На исполнение бил, на точность, но немного не попал. Что будет дальше, пора бы обострить. Удар, сейв, неудачно отбивает он мяч. Вот и все, с этой атакой покончено. Он хорошо держит мяч, а отнять его пока не получается. Эх, жаль, хорошая могла бы получиться атака. Есть варианты для развития контратаки, нужно играть быстрее. Есть варианты тут. И мяч в сетке. Голевой парад во всей красе. Забивают на любой вкус. И, похоже, не собираются останавливаться. Классная контратака предшествовала голу. Давайте еще раз посмотрим. И, конечно, надо отметить прекрасный удар после выхода 1-1. Очень здорово сыграно. Счет на табло говорит сам за себя. Сегодня на поле была, по сути, всего одна команда. Восемь минут и компенсированное время. Вот все, что остается в распоряжении команды. Сергей Миленкович Савич. Ну где удар? Хороший удар. Было очень опасно. Свежего игрока в игру выпустить сейчас.
Есть тут возможность к воротам убежать. Здорово сыграл в завершении и отыграл один мяч, но не думаю, что хватит времени на что-то большее. Но нападающий сейчас сыграл на уровне экстра-класса. Блестящее индивидуальное мастерство. Да, оборона развалилась, и похоже, что защитники просто наблюдали вот за тем, как мяч влетает в их ворот. 5-1. Преимущество в 4 мяча. Огромное преимущество. Пошел навес в штрафную. И на этом матч завершен. Поздравляем хозяев с победой. Победу в отличном стиле мы сегодня увидели. Самая забивная команда лиги подтвердила свой статус и выиграла с очень комфортным преимуществом. В очередной раз ударно сыграв в атаке. Благодарим вас за возможность задать вам несколько вопросов после матча. Спасибо большое еще раз. И, конечно же, стоит особенно внимательно посмотреть за этим игроком. Ждем голы. В последних трех матчах он забил 3 мяча. Мы ведем прямую трансляцию на канале EA Sports. Немного дождя припасла погода для нас этим вечером. Ну и пусть любая погода может стать футбольной. Главное, был бы мяч. Всем привет. Сегодня футбол вместе с вами. Смотреть и комментировать будут Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня мы для вас приготовили трансляцию матча чемпионата. Классная игра будет сегодня, Константин. Отличный матч ждет нас, Георгий. Не вижу ничего такого, что говорило бы об обратном. Чистый отбор. Перед нами состав хозяев. Состав команды гостей. В середину штрафной идет. Нет, на этом все и заканчивается.
И дает арбитр. Тут играть, остаются они с мячом. Немного времени остается до начала матча. И пока оно есть, давай немножко расскажем об этом игроке, ведь он того заслуживает. Этот парень просто в прекрасной форме. 3 мяча в последних 3 матчах. Защита должна за ним следить очень внимательно. Есть партнеры в атаке с ним. И пробил. Уверенно играет голкипер и справляется с ударом. Мяч летит в центр штрафной. Есть первый гол у нас. Очень резвое начало с быстрым голом. Нас ждет атакующая игра сегодня. В этом нет никаких сомнений. Еще раз посмотрим гол. Отмечу хорошую подачу с углового. И отдельно отмечу, насколько хорош был удар головой. По-настоящему мастерское завершение. Команда повела в счете. Тренер буквально расцвел на глазах. Один-ноль в нашей игре. Очень хороший пас сейчас получился. И есть блок. Не получается отдать мяч точно, перехват. Не получилось сохранить мяч. Судья дает продолжить игру, хотя в паузе, возможно, будет желтая карточка. Он решился на удар. Вратаря не пробить. Центр штрафной, мяч направлен. Просто великолепное спасение. С такой-то дистанции вытащить такой удар. Великолепная реакция голкипера. Бить можно и забивать. И покидает мяч штрафной. Я думаю, прессинга мы от них не увидим. Будут они ждать, пока мяч к ним сам придет. Опасно как! И берет удар на себя. Получается сохранить мяч в игре. Здорово сыграно в отборе. Аут. Вот. Навязывают ему борьбу. Удар. Отличная попытка была, еще бы чуточку ниже. Забрали гости себе мяч. В последние 15 минут хозяева даже об атаке не помышляют. Это владение должно чем-то закончить. Браво, вратарь! И прямо в центр штрафной полетел мяч. Ничего опасного, здесь мяч выносит. Теперь мяч у соперника. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. Хорошо они атаковали, но теперь остались без мяча.
Есть свободное пространство на фланге, и туда идет атака. Оставляет мяч для навеса. Очень опасный момент, но до ворот мяч не долетел. Одна минута добавлена. В игре вратарь. И это было последнее, что они успели сделать в первом тайме. Впереди перерыв. Арбитр дает свисток к началу второго тайма. Смотрим. Как играет? Отличный блок. Мяч остается в игре, и здесь может быть опасно. Теперь мяч будет у соперника. Он хорошо держит мяч и двигается к воротам. Уверенно он в отборе сыграл, и за боковой будет вбрасывать. Замена будет у нас. Подача, мяч летит в штрафную. Ни к чему не привел навес, мяч у защиты в итоге. Удар! Вратарь спасает своих, мяч в его руках. Они продолжают идти вперед. Нужно внимательно играть с мячом. На месте голкипер. Нужен свежий игрок на поле. Будет замена. В центр штрафной мяч направлен. Самый простой и надежный способ в такой ситуации — просто-напросто выбить мяч и все. Надо было отобрать мяч, пока атака не стала совсем опасной, и им это удалось. Не торопится арбитр со свистком, дает играть команду. Они идут вперед, и соперник не может их остановить. Нужно бить! Вратарь в деле, отражает удары. Идет в штрафную мяч. Так и надо было сыграть. Выносит он мяч. Оборона в таком, я бы сказал, пассивном режиме. Никто не выбрасывается вперед на мяч. Здорово он этот удар накрыл. И что-то может тут получиться. Отличный вынос. Это точно нарушение. Судья назначает штрафной удар. Может получиться опасно. До ворот не так далеко.
готовится сделать замену наставник команды. И мяч прямо в стенку попал. Отлично защитник играет. Шанс для команды довести отрыв до двух голов, если забьют с этого углового. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. Включили прессинг на чужой половине, и не зря. Ну как же так? Настолько выгодная позиция у него была, а вот удар будет от ворот. Последние 15 минут встречи мяч находится только у гостей. Честно говоря, я не помню вообще, был ли он у хозяев поля. Тотальное преимущество одной из команд, и все идет к тому, что разрыв в счете увеличится. И пока соперник позволяет, нужно атаковать. За боковой оказывается мяч, пасу немного не хватило точности. Молодец, арбитр увидел тут преимущество и не стал игру останавливать. Атака остановлена, но кто получит мяч? На замену решился тренер. Марцело Брозович. Около 8 минут до конца основного времени. Немного точности не хватило этой передачи. Мяч уходит в аут. Пять минут остается до конца игры, и преимущество в один мяч ничего не гарантирует. Очень хороший перехват он сделал сейчас. Гонят болельщики свою команду вперед. Есть еще время, чтобы отыграться. Если они хотят еще на что-то претендовать в этом матче, сейчас самое время. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. 3 минуты будет добавлено. Можно забивать здесь. Вручает вратарь. Этот угловой может стать последним шансом вытащить матч. В центр штрафной подан мяч с углового. Мяч ушел за лицевую. Еще один угловой удар. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Этот угловой не привел ни к чему опасному. Вратарь играет уверенно. Финальный свисток дает арбитр и фиксирует победу гостей в этой встрече. Непростой матч получился, и тем ценнее победа. Пусть она и с минимальной разницей, но эти 3 очка очень важны для команды.
Спасибо, что согласились ответить на наши вопросы. Спасибо, что нашли время.